мысли вслух, точные и честные, мысли вслух, о том, о сём, интересны мысли, если сказаны Волощуком. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. Вот скажите, где должен одеваться настоящий рокер? Ну, конечно же, где-нибудь в фирменных бутиках, и мы сюда приехали. Это бывший Черкизон, который переместился на Садовод. Вот тут надо покупать самую хорошую и самую красивую рокерскую одежду. А не так, как по бутикам там люди ходят всякие, попсовики. Но это недостойно. Но Черкизон надо, который теперь Садовод называется. Пойдемте. Выбирать хочу себе пинжачок прикупить, рокерский кожаный. Такой, чтобы 1500 рублей, в смысле. Настоящий такой, чтобы в кадре хорошо смотрелся. Пойдемте. Ну что, мы пришли по адресу, видите? Михай Кожа направо. Там пиджаки для рокеров продают. Пойдемте, хорошие, пойдемте. А вам что, надо, кстати? Да вы что, вот у меня денег не хватит. Не хватит, ты что, у меня только на железное хватило, а такие не хватит. Ну на железное хватает, она хорошая, пока вот денег еще не заработал. Дядя Сережа Волощук еще не заработал, пока денег столько. Ну ничего, я вернусь, не переживай. Ну красота, а? Как там в Арабии было? Там у них был променад такой, назывался «Бутиковый оргазм». Вот мы вышли сюда, тут еще лучше, пойдемте. Елена Ивановна, а нам же нужна футболочка. Нам же нужна футболочка. У клоуна же не хватает футболки красивой. А тут гляньте, а ну. Люди добрые, у вас футболки есть красивые или нет? Для добрых людей есть. А ну. Вот на маленьких мальчиков с 64-м размером вот есть? Елена Ивановна, мы пришли куда надо. Тут все есть, оказывается. А? Мужики, тут все есть. Вы тоже в этом все зашли. Так, мне нужна такая, чтобы она была самая красивая, чтобы она такая пятнистая была или полосатая. Есть такая? Чтобы я на арену цирка мог выйти и развеселить людей. И такая есть? Вам можно и даже не выходить, вы и так веселите. Понимает человек, Елена, понимает. Мы пришли к понимающим людям. Вот. А ну давайте, показывайте. Только не поперечную, не тельняшку, да, чтобы оно полосатое было вниз. Так, ну, либо в цветочек. Мне только знаете, что нужно? Чтобы она какая-нибудь такая... Елена Ивановна! А? Не? А что? А, ну, давайте, показывайте. Сейчас я вам покажу. Показывайте. Вот она. Это не на клоунство, мне надо клоунск. Увы. Елена, ну идите. Идите смотреть. Тут только черные есть. Вот такие. Скажите. Вы какой-то одесский агент. Так я с Одессы. Вы не знали, что я с Одессы? Человек не знает, что я с Одессы. Это вы что? Откуда я должен знать? Я просто вам сразу. Я с молдаванки. Вы не в курсе? Все, не знаю человека. Да. Ну, человек не узнал друг звезду, не узнает. Ну что ты делаешь? Не узнают меня. Но скоро буду узнавать все. После ваших одежды узнавать будут все. Елена Ивановна, согласны? Вы как только. Давайте мерить. Вот, человек узнает меня. Елена Ивановна, ну что, я похож на человека или нет? А? Я стал похож на человека. Уважаемый, я стал похож на человека. Ну, зашел простым человеком, а большим человеком стал похож на большого. Елена Ивановна, я стал похож на большого человека. Беру. Ну как отказаться от такой покупки? Да, я хоть сфотографируюсь с хорошим человеком, да? Тут прекрасные люди подобрали мне великолепную футболку. Ну не зря приехали. Носите с удовольствием. Вот. Вот такой сможем найти? Да. Берем. Елена Ивановна, тут очень хорошие люди мне сделали скидку. Как рок-звезде. Они сделали мне скидку, да, Елена Ивановна. Понимаете, насколько мы удачно заехали. Вы можете представить? А? Держите. Так, носите с удовольствием. Есть, всем товарищ генерал. Прочитание. Больше смеха, улыбок. Понимаете. Вот. Ждут новых рок-песен, Елена Ивановна. Как вас найти?
Зайти, Волощук СД. Рок-звезда такая есть. Заходи. Все, всем счастливо, мужики, всем успехов. Заходите. Эх, нету у вас какого-нибудь Led Zeppelin? Или AC/DC, нету? Нет. Это не рокеры, это попсовики. Или рэперы, кто вы? Понял. А, это ретро FM. Ну тоже неплохо. У меня на даче все время играет ретро FM. И джаз. О, это наши люди. Для артистов цирка есть что-нибудь? Для клоунов? Нет. Точно? Нам надо что-нибудь такое красивое, яркое, чтобы оно людей веселило. Если я одену, чтобы оно веселило людей. Нет такого? Что никаких полосаточек, футболочек полосатых таких хороших. Посмотреть. Там мы только оттуда. Но нету. Или на нее пойдемте, нету тут ничего. Вот что мне надо. Уважаемые любители рок-музыки, я нашел, наверное, хороший магазин. А ну идем. Здравствуйте, люди добрые. Здравствуйте. Для работников сцены есть что-нибудь у вас? Работников цирка? Все для работников. Для клоунов есть что-нибудь? Вот такое, как вот это. Вот мне нравится, вот с рисуночком таким. Но на большого мальчика, такого как я. Как вы или больше? Ну, прям на меня. А, ну, погодите. Это маленький размер, здесь. Я дам размер. Может взять? Здравствуйте, люди добрые. Здравствуйте, добрый человек. Скажите, пожалуйста, есть у вас что-нибудь на хороших людей? На больших только, на таких, как я. Есть, конечно. Мне нужны футболки. Есть. Красивые такие, чтобы они были яркие, чтобы люди, когда меня видели, чтобы они улыбались. Все, я так улыбаюсь. Даже в черном виде, даже это вас уже улыбает. Конечно. Ну что ж, я значит, я хороший человек, значит. Мне нужна футболка для арены цирка. Я как клоун, мне надо вот нужна. Такая, чтобы она смешная была. Есть что-нибудь? А вот там ау есть. Есть ау. Там ау есть, они прячут от меня. От меня ничего не спрячешь. Девчонки, вы не балуйтесь, вы доставайте самое лучшее все. Елена Ивановна, ну как? А? Хорошо говорит, уважаемые любители рок-музыки. Если режиссер говорит хорошо, значит 100% хорошо. А то еще девчонки говорят, что все прикольно. Железно, все пушка. А вот смотрите сюда. А ну вот эту прикол, давайте посмотрите. Похож я на человека или нет? А ну, признавайтесь, похож на человека или нет? Быстро. Идеально. А на большого человека похож? На большого? На большого в плане размера? Нет, на великого. На великого, да. Вот. На большого не похож, на великого похож. Уважаемые любители рок-музыки, я стал похож на великого человека. Раньше был похож на большого. Видите, расту потихоньку. Спасибо вам. Берем. Вот эту красоту берем. Отлично. Давайте еще что-то. Уважаемые любители рок-музыки, по-моему, я нашел то, что нужно. Вот скажите, на хэви-метал-рокера похож или нет? Слипнот прям. Слипнот, наверное, тот еще померю, а? Уважаемые, это то, что нужно прям. Что там написано? Тут написано рок-звезда. Тут написано одежда. Рок-звезда тут написано. Будем мерить. Будем мерить. Давайте. Ну, мерить будем. Уважаемые любители рок-музыки, ну, наверное, я все-таки нашел то, что нужно. Обратите внимание, что тут написано. Мировой тур, а мы же к нему готовимся. Список городов. И список городов, которые уже включены в будущее мировое турне. Ну, спасибо. Иди, я тебя обниму, красавица. Иди. Ой, молодец, нашла мне то, что нужно. Я старалась. Вот. Землячка из Измаила. Я-то из Одессы, она из Измаила. Землячка, а? Вот где встречаются настоящие земляки. Где бы мы еще встретились? Только на садоводе. Конечно. Лухари. И вы понимаете, что напутствие земляка – это лучше всякого промоушена, всякого там продюсерского проходить. Это же лучше, это же пожелание. Давайте мы включим кондиционер. Это удачи. Поэтому, уважаемые люди, две футболки взял. Ждите меня с новыми рок-н-роллами. Всем привет. Но я еще не купил кожаный пиджак. Идем искать. Не АО, а ФГ пойдет. Это Fear of God. А что это? Это европейский. Та вы шо? Я не шо вообще ни разу. Елена, такой не пойдет нам? А?
Why not? Нам черное надо. Черное надо? Черное и чтоб с рисуночками смешными. Смеяться тут не получится, конечно. Вы говорите, что это плохой магазин. Великолепный магазин. Да он самый лучший. Самый лучший магазин. Я скромничать не буду. Специально создали под Волчука. Знали, что придет. Знали, что придет. И купит аж три футболки. Вы потом еще придете и купите еще. Спасибо вам огромное. Люди добрые. Уважаемые любители рок-музыки, всем привет. Мы пошли за пиджаком. Елена Ивановна, тут прекрасные люди. Здесь творческий подход к обслуживанию уважаемых клиентов, к обслуживанию рок-звезд. Спасибо. Вот самые красивые, самые шикарные девчонки клиенты здесь, у нас. Это раз. И самые шикарные клиенты здесь. А так вот, уважаемые любители рок-музыки, чтобы вы в курсе были, что вот здесь самые лучшие футболки и самые лучшие девчонки. Спасибо. Спасибо. И вам спасибо также. Мы пошли. Елена Ивановна, тут сказали, что я крутой. Конечно. А вы меня все время ругаете. Не надо. А вы, красавица, да, говорите, что я крутой. Нереально крутой. Мужики, человек, крутой или нет? Ну, говорите, честно только. Кто? Ничего подобного. Ничего подобного. Просто мечта в слезах. Вы видите, тут интеллектуальный спор разгорелся. Мужчины говорят, что я великий. Она говорит только, что я крутой. Я ошибаюсь. Я уже великий. А я крутой и великий. Уважаемые любители рок-музыки, не пропустите наш инстаграм. Потому что перед вами крутой и великий рокер. Рок-н-ролл форева! Елена Ивановна, хорошие люди предлагают мне пиджачок. А я ж без пиджака не могу жить, поймите! Я ж рок-звезда, ну вы поймите, ну, мне пиджак нужен кожаный, это без него никак. Давайте. Так, мне нужен именно пиджак. Ну что-то вот с этой серии, правильно? Да, пиджак. Это на меня? Да. Елена Ивановна, мы пришли туда, куда надо. Уважаемые любители рок-музыки, как вам пиджачишка? Я ж, понимаете, я ж копаю, пока она не слышит. Копаю под своего продюсера. Хочу занять это место, поэтому мне нужна одежда вот такая, понимаете, чтобы она была солидная. Хочу стать продюсером. Ну, хватит уже на сцене там крутиться вот это по гастролям, по всяким там вот это вот прыгать там. Пора уже продюсером становиться, поэтому подбираю себе одежду, примеряюсь. Поэтому только вы тихо, чтобы она не узнала, не услышала. Она там где-то снимает меня. Елена Ивановна, бойтесь, я займу ваше место продюсерское. Я уже похож на продюсера. Хватит быть музыкантом, крутиться по гастролям. Какого бандита? Вы что? Вы что, я только с экономического форума с петербургского приехал. Вы что, не узнали меня? Я же там модератором был. Я не узнаю. Я на экономическом форуме, они не узнают. Давай так, повернитесь, пожалуйста. Ну. Она снимает. Елена Ивановна. Это дополнительная услуга для вас бесплатно. Дополнительная услуга, Леня. Массаж видите, как массаж вы массаж делаю. Елена, массаж делаю бесплатно. Так что вам на вырост не надо. Уважаемые любители рок-музыки, бросайте все и сюда, тут бесплатно массаж делать. Ну что, 5 дней на 98 месяцев. Ну что, будем брать. Скидки для ветеранов флота есть? Предусмотрены у вас или нет? Акции 50% или 70%? Нет, давай так. 20%? 24% скидку будут делать. Ну что ж, это прекрасно, Елена Ивановна. Это прекрасный магазин, прекрасные скидки. Только вот почему-то 24. Вот мне сказал бы 25%. 24 это хорошая цифра. Хорошая цифра, 24. Ну ладно. Уважаемые любители рок-музыки. Вы еще там раздумываете? Не знаете, куда ехать? Ну-ка, назовите им. Садовод, 5-я линия, магазин номер 98. Вот. Уважаемые рекламодатели, вы видите, как мы эффективно действуем. Не забудьте нам перечислить гонорар. Но побольше. Я люблю, когда больше. Почему-то вот мне нравится, когда больше. Ну, не могу понять, ну, такой человек. Но мне нравится, когда много денег. Вы не знаете, почему мне нравится, когда у меня много денег в карманах? Нормальное явление. Ну, вы говорите, нормальное явление, вы меня осуждаете, хейтеры всякие, что ах ты деньгами бросаешься, расшвыряешься. Нет, я люблю, когда их много. Правильно. Давайте. С удовольствием. Спасибо за покупку. Всем привет. Рок-н-ролл forever. Ждем вас в нашем магазине. А вы говорите, что все будет плохо. Все будет великолепно. Смотрите, только там не балуйтесь. Пойдемте, Левана, все хватит. Люди добрые меня одели и обули. Все хорошо. На здоровье.
Мы ждем вас. Тут настоящие любители рока собрались. Приходите. Они разбираются, какую одежду нужно рок-звезде. Вы понимаете или нет, люди? Вы что, не понимаете, что вы проходите мимо своего счастья? Тут прекрасная одежда. Они верят. Очень про это можно поработать. Rock'n'roll forever. Да, да. Вот так. А вы говорите. Оу, е. Всем успехов и хорошей торговли.